скучно, потому что вот те же самые фичеры и так далее, то же самое. Так что я в конце вот презентации сделаю там, ну, что-то более глобальное, как-то немножко более провокативное. Так что если вы уснете, в конце будет более интересно. А все равно, это у нас ситуация, который у нас вот в течение три раза уже проводился, и как-то, ну, у нас было больше 40 участников, и еще будет в следующем году. Вот. Сегодня я буду говорить только о нормальном сентименте. Это будет не аспект-бейс, и это как-то опять нарочно, чтобы было немножко по-другому. Вот. Все началось в 2014 году. У нас был фатаск, один год такой по отношению к какой-то фразе, к какому-то контексту, другой это целый твит. Это в твиттере. Учебные, вот это позитивное, негативное и нейтральное. А вот, ну, вывод как-то еще объективное, но дело в том, что как-то те, кто монтировал данных, они как-то разницу между нейтральной и объективной как-то было трудно сделать так, что они все объединили. Вот, вот одно задание, это вот phrase-based. Вот вам твит. The new Star Trek doesn't have much of a story, but it's virtually spectacular. Вот здесь это именно позитивное, да, положительное. Вот здесь эта фраза в этом контексте. The new Star Trek doesn't have much of a story, but it's visually spectacular. Вот эта фраза вот отрицательная, да? А вот эта фраза, в общем-то, нейтральная. Displays more emotions. Okay? Вот это одно задание. Другое задание — это как бы сентимент целого твита. Да? The new Star Trek spectacular, about movies. Вот здесь как бы слово spectacular, about movies. Может быть, это значит, что это положительное. Вот здесь другое. The new Star Trek has a story, the movie. Вот это как-то отрицательное. Вот это... Да, вы мишку перейдите. Хорошо. Вот это как-то нейтральное. Spot, space, emotions, the new Star Trek. Как мы это организовали? Ну, как-то мы сначала как-то искали тех entities, это именно людей, организаций, городов, государств и так далее, которые как-то очень популярны в Twitter в какой-то там период. Ну, а потом как-то там топики там искали и вообще там что-то там фильтрировали, чтобы там был какой-то сентимент. Вначале фильтрировали, потом это уже не делали, потом монтировали. Данные — это аннотировать на зоне компьютера. Мы уже вроде говорили об этом, значит, я не буду так уж много. Вот здесь интерфейс, вот инструкции. И вот надо как-то сказать какой-то вот этот твит. И надо сказать, это положительный, отрицательный, положительный, негативный, нейтральный, объективный. И еще там еще аннотировать, какие именно фразы там положительные, отрицательные и так далее. Вот. Насчет фраз, то, что получается, вот, если там у нас, скажем, 5 аннотаторов, ну там какой-то там intersection, вот, что еще сделать, вот, например, здесь out love, здесь какой-то love, вот как-то intersection, как-то 3 из 5 как-то комментировать будет это слово love, чтобы это было положительное и так далее. Вот здесь некоторые примеры. Вот didn't go as expected, вот это отрицательная фраза в том контексте. Вот это как-то нейтральная, вот это как-то отрицательная, nice, normal, вот это как-то положительное и так далее. Вот. Это subtask A, это как-то sentiment какой-то фраз. Вот. Там очень балансировано, положительно, отрицательно, почти то же самое. Немножко нейтральные, а вот subtask B это как-то на уровне всего твита, вот здесь как-то наибольшее количество это как-то нейтральные, и там все равно как-то тоже как-то балансировано немножко больше положительных, чем отрицательных. Да? Ну там были как-то, можно было участвовать по-разному, можно было как-то использовать точку топи те ресурсы, которые мы предоставили, а можно было еще как-то посторонние участвовать, когда можно как-то констрейтить, конечно.
как-то там, и чтобы все как-то мы давали только на твит, а потом как-то тест был, мы как-то использовали твит и еще смс, потому что мы хотели посмотреть, насколько система именно как-то, ну, как-то domain dependent, да, как-то можно использовать другие задания. Вот там было у нас 44 как-то тима, которые участвовали. Scoring, это было как-то F-measure по отношению к положительному классу, F-measure по отношению к отрицательному классу, как-то average, как-то... Извините, что я так по-английски фразы не буду. Терминология не так очень хорошо выглядит в русском. Вот здесь это доска, это как-то, ну, фразы, да, это как-то sentiment фразы, какой-то контекст. Вот здесь как именно система работает. Самый разный, как наибучший, это сколько, 90% и так далее. Вот все, кто участвовал, и можно увидеть, что как-то, ну, почти то же самое для SMS-инвентаров. Так что, может быть, SMS очень как-то похожи на спидов. И те системы, которые как-то наиболее как-то наилучшие, вот здесь MRC Canada, Entravaya, вот здесь тоже как MRC Canada, Entravaya. Так что почти те же самые. Вот. Что там самые лучшие системы там делали, ну, это первое, как-то очень хорошо там делали какую-то нормализацию, а Avaya они как-то там использовали dependency parsing, а Bounce они как-то, ну, один фича, который там специфический, это как-то длина именно этих терминов. Идея в том, что если термин очень длинный, он может быть нейтральным. Те слова, которые как-то уже отрицательные, они обычно более короткие. Subtask B — это как на уровне всего сообщения, да? Вот опять же Twitter и SMS, почти те же самые системы, а вот здесь как-то не 90%, а здесь как-то 70%. Да? Еще видите, что как-то наилучшая система как-то оторвалась от остальных, а вот здесь было не так. Вот. Как-то я MRC Canada не буду говорить, потому что это как-то наилучшая система, и я буду в детали там рассказать о ней. А вот остальные, вот, ну, Telegram, это было как-то MailRooms, остальные я уже не говорю. Вот. Ну, я немножко больше говорю об этой системе. Это как-то лучшая система в то время, действительно ли так, ну вот, они как-то, скажем, на уровне фраз, Twitter, они как-то первые, скажем, вторые, ну, опять же, на уровне фраз, как-то SMS, а вот на уровне Twitter, как-то целое сообщение, это как-то оторвались от основных, они тоже первые на уровне SMS. Как-то это наилучшая система, так что я немножко расскажу там, какие у них там характеристики. А потом расскажу, какие будут характеристики, которые есть в основной системе. Вот. Я начну с системой B, потому что это как-то более просто, это как-то сентимент уровня всего сообщения. Вот. Они что делают? Сначала это, конечно, препроцессинг, скажем, они просто заменяют под стриками URL, всякие такие как-то сам get, сам user, они как-то заменяют специальные user ID, и потом они как-то детализируют, используют parts мечтаги, используют специальные тулы, которые как-то именно адаптированы для Twitter, и потом используют SVN основные руки. Вот именно feature. Вот там у них сентимент лексикон, я потом это объясню, какие именно там у них лексиконы и так далее, но как там для каждого лексикона у них там есть такие, ну, скажем так, сколько положительных слов там из лексикона есть в сообщении, какой-то общий там положительный скор, какой максимальный положительный скор среди тех, которые там были, какой сентимент последнего положительного слова, потому что оказывается, что он как-то более важен. То же самое, скажем, еще негативных. Wording grams, character grams, purple speech, час речи, сколько там существительных, вот и так далее. Еще отрицание я буду
потому что там три способа как-то адресировать отрицание сентимента, и я расскажу, что они могут делать. Еще там word clusters, потому что как-то хорошо немножко визуализировать, если там вдруг слово, которое он не знает, а может быть оно тот же самый кластер, как который такой, я не знаю. Вот я дал слова, которые call caps, пунктуация, какая-то там нормализированная, типовая, длинные слова и так далее. Вот. А что работает как-то, какие именно фичеры самые как-то важные, да? Вот. Вот у них там 69% если все фичеры там используются, все там характеристики. А вот если удаляться все эти иконы, это как-то огромный спад, да, около 60. Так что если мы внешних лексиконов не используем, это как-то катастрофа, это огромный потерь. Да? А вот лексиконов у них два. Есть такие, которые как-то уже существовали, да, которые как-то, я потом подробно расскажу, лексиконы, но это как-то лексиконы, которые как-то люди сделали, как-то обычные, они не обязательно на Twitter, это как-то вручную аннотированные, у них там несколько тысяч, а еще как-то они сделали огромные лексиконы, где там миллионы фраз для специфически для Twitter. Вот. Если удалим эти как-то вручную, как-то старые там лексиконы, ну не так уж много. Если как-то удалим те, которые как-то они сделали, намного больше. А если оба, вот сколько мы делаем. Да. А потом другой очень важный фичер — это playgrounds. Это как-то слова и там playgrounds, которые там встречаются. Это как-то все инграммы. Помните, инграммы — это были на уровне слова, и это были еще на уровне букв. Если мы удалим те, которые на уровне слова, вот там потеря более большая, а вот если те, которые на уровне перграмм, немножко меньше, а вот если там у них там способ для отрицания, там что-то специальное делать, я потом расскажу, что именно, но вот если этого не делать, да, тоже как-то что-то теряется. Part of speech, час речи, это почти незадовлетворительно. Clusters, почти ничего, и так далее. А вот если там preprocessing, там тоже не делается, тоже не так уж важно. Хорошо. Насчет SNS, вот, это тоже самое, ну, это на уж очень похоже, да? Если все лексиконы удалить, огромное почти. А если там это ручные лексиконы, автоматические лексиконы, вот здесь разница, да? Прежде это как автоматические лексиконы были как-то более важные, чем ручные, а насчет SNS это наоборот. Это может быть потому, что вот эти именно автоматические лексиконы, они делали именно этот вид, да? А потом, когда мы как-то переезжаем там на SNS, вот тогда они не так уж полезны. А другие, они просто универсальны. Они будут, ну, они не так уж много помогают нам. Ну, вот так. Насчет engrams, очень похожая ситуация. Вот другая разница. Здесь как-то, если удалим как-то engrams на уровне characters, это как-то даже лучше повышается. Так что они немножко влияют, да? А для твитов они не полезны. И остальные как-то почти то же самое, как и. Вот. Сейчас некоторые статистики, результаты, немножко дискуссий, да? Ну, там у нас был какой-то констрейнт, оказывается, что как-то, ну, большинство людей как-то были на констрейнте, как-то самые большие, но констрейнт, система как-то были, констрейнт, но это прежде всего потому, что дефиниция была у нас идеальная, так что можно было как-то использовать полученные ресурсы, все равно говорить о констрейнте. Потому что мы говорили, если вы будете использовать больше твитов, да, и там это будет у вас, скажем, супервайз, сим-супервайз и так далее, это будет уже констрейнт. А если вы используете больше твитов, то только что вы научите как-то новый лексикон, потом этот лексикон можно использовать, вы все еще констрейнт. Да, вы все еще констрейнт, да, так что было такая у нас. Все равно.
это как-то, ну, если большинство карты твитов, это будет положительно. Если говорим, вот, все твиты положительно, то что получается? Получается 0,3 на этом macro F1. Это как-то все участники сумели сделать лучше. А если только юниграмм использовать, это иногда только слова, которые там в сообщении, это 0,4. Вот. Это subclass B. Это то же самое, как на уровне Twitter'а, но это как-то насчет лексикон. Если мы используем никаких лексиконов, используем там все угодно, кроме внешних лексиконов, да, это система номер 8. У них результат такой, вот сколько можно получить. А если не используем никаких автоматических дополнительных лексиконов, используем лексиконы, но те, кто как-то вручную кто-то у нас состав, да, вот можно добиться 4-го места. Среди участников там, да? А все остальное, видите, вот это, все остальные вот эти топ-3, они используют как это дополнительный лексикон. Вот, насчет SMS, вот majority, опять все как-то немножко лучше. Если использовать только Unigrams, опять как-то почти ничего интересного не выделяется. Вот. Сейчас немножко насчет системы. NRC это, скажем, сейчас уже subclass A, это я уже говорил об этой системе. Это было насчет уровня сетевого сообщения, сейчас как-то насчет фразы. Вот. Ну, конечно, у них там как-то features, которые как-то насчет фразы, как-то, ну, какое у него слово, какой у него префикс и так далее, и так далее. И другие это насчет контекста. А фичерс почти те же самые, только вот отдельно, что там вычисляется насчет контекста и отдельно насчет фразы. Вот. Опять. Сейчас вот что получается, если здесь использовать только юниграммы, а фичерс, да? Вот. Намного лучше. Прежде как юниграммы, или вот, как-то только одна или две системы. Еще смотрите, что сейчас как-то. А вот, если не использовать никаких лексиконов, да, это 6-е место можно получить. А опять есть какой-то baseline. Я буду говорить немножко о baseline немножко позже. Вот. Это baseline dominant power, это что? Это вот, ну там фраза. А если эту фразу как-то мы уже видели в учебных данных, вот, мы можем посмотреть, какое было, она была преимущественно положительной или преимущественно отрицательной. Если она была, скажем, преимущественно положительной, мы будем говорить, что в тестовые данные, как-то мы вообще не видим весь контекст, просто говорим, ну, если мы в учебные данные видели это слово три раза положительное, два раза отрицательное, мы будем говорить, ну, будут положительные тесты. Вот это именно этот baseline, мы можем получить научные результаты. Вот. Ну, пока, может быть, мы уже убедили, что как-то именно огромное преимущество этой системы, и не только этой, но и остальных, которые как-то тоже заняли первые три места, это именно то, что мы использовали огромные автоматические лексиконы. Да? Что такое автоматический лексикон? Вот. Ну, это такой, ну, такой не автоматический, что такое лексикон, сентимента данности, да? Ну, это какой-то лексикон, в котором, ну, то ли сказано про спектакль, может быть, там просто сказано, что это положительное или отрицательное, может быть, там какое-то число сидит, а может быть, такой формат, где как-то, ну, не сказано, потому что отрицательно, просто это знак его указывает, да? Вот это формат того же самого исследования. Хорошо. Вот. Что они использовали именно? Ну, они использовали вот эти три лексикона, которые как-то вручную кто-то создал. До этого они как-то очень популярны, они обычно используются, да? Это именно вот APQA, APQ. В сущности, это NRC, можно лексикон, это тоже Сейд Мохаммад, это тоже как-то топ-тим сделал, это как-то сделал до этого. Они
еще как-то автоматически не работаете огромные. Смотрите, здесь как-то что, 7, 8, 14 тысяч слов, да? А вот здесь как-то больше миллиона. Или больше полмиллиона, да? Это огромные такие, которые они сделали действительно для Twitter, а потом они как-то отдали там всем использовать, и потом как-то все люди используют это, потому что это действительно помогает. Хорошо, как они именно сделали эти секунды, да? Начнем с этого хэштага. Ну, дело в том, они говорят, вот здесь это. Dead jokes for my fault on Tumblr, girl anyway. Вот. Они, наблюдение такое, что если как-то в хэштаг есть слово, которое как-то сильно положительное или сильно отрицательное, да, это можно считать, что весь как-то твит положительный или отрицательный. И специфично, если это слово, мы уже знаем, что оно сильно положительное или сильно отрицательное, если оно действительно в хэштаге, да, какое-то положение. Ну, вот, они начинают, они как-то вручную говорят, вот здесь 30 очень положительных слов, 47 очень негативных. Вот пример, например, если excellent good, положительное, bad terrible, отрицательное, да? И вот, у них там коллекция из 775 тысяч твитов, и они как-то наблюдают, у каких твитов есть хэштаг, который, в котором встречаются вот такие слова. Здесь 4, а они, в общем-то, 77, да? Вот. А потом они говорят, давайте посмотрим, какие именно слова, какие другие слова в те же твиты, у которых есть такие хэштаги, да? Дело в том, что, если некоторое слово встречается очень часто в положительных твитах и очень редко в отрицательных, оно может быть это положительное слово. А кто это положительный твит? Это твит, у которого хэштаг, который содержит положительное слово. А кто это отрицательный твит? Что это отрицательный твит? Это такой, у которого как-то отрицательный хэштаг, да? Они как-то вычисляют это point-wise mutual information между этого слова кандидата и всех положительных терминов. И вот то же самое отрицательное. Да? В общем-то, а что это такое point-wise mutual information? Сколько раз мы видели эти две слова вместе, это вероятность, да, и вероятность увидеть первого слова и увидеть второго слова. Вот. Эта идея использовать point-wise mutual information, это Питер Терли в 1992 году придумал. Они просто как-то сделали это по-другому, немножко использовали хэштаг. Что это получилось? 54 слова, 316 тысяч бигранс, и они как-то еще вот такие фразы, которые как-то, это пару слов с какой-то дырой. Да? Почему биграммы? Потому что биграммы они как-то полезны, да? Но предиктовал, я не знаю, может быть, оно немножко отрицательное, но предиктовал стоит это положительно. Или предиктовал стиль это отрицательно. Или, скажем, горячий чай это хорошо, да? А горячее пиво не так уж. Еще то, что они сделали, они тот же самый алгоритм приложили на этот раз на 1,5 миллиона твитов, да, как-то они говорили, твиты положительные, если он содержит тот тематикон, отрицательный, если содержит тот тематикон, а потом то же самое point-wise mutual information, и вот те же самые там слова, и так далее. Какие именно другие лексиконы они там использовали, это именно система использовали, а как-то все участники с дизайном, да, эта система не использовали, это The General Inquiry Lexicon, там 2000 положительных и 2000 отрицательных слов. Этот лингвистический инквайринг, как лексикон, опять
вот эти коктейли все мы использовали, там 2300 слов, положительные, отрицательные. Эпик — это немножко больше, там 8000 слов. Вот это они как-то использовали. Pinkview, Opinion Lexicon — это тоже очень популярно, они тоже использовали. Вот этот почти все участники использовали. Sentiment — другой, который все они использовали, это как-то нет, еще там как-то ротировал сентиментами. Да? Здесь какое-то сравнение между различными лексиконами, потому что ну, есть то же самое слово в разных лексиконах, в некоторых говорят, что положительные отрицательные, здесь как-то насколько они как-то говорят то же самое насчет тональности слова. Вот видно, что как-то с этим момент как-то более как-то не так уж хорошо как-то агримантизм, согласен. Хорошие, как остальные. Остальные как-то, видим, что они консистентны. Вот. Потом, на следующий год, в прошлом году, было второе издание того, были то же самое два класса, да? Опять те же самые учебные данные, только на Твиттере, только когда мы тестировали, вот там были сейчас еще White Journal и саркастический вид. Да? Не только критерии СНС. Статистики данных. Сейчас пропущу. Ага, это как-то согласие между то, что там в златном стандарте сидит и, скажем, наилучшего и среднего как-то самого плохого аннотатора в каждом примере, это может быть как-то upper bound. Вот 90 там с чем-то, я не знаю, что у нас в доске это было 90, то, что система смогла сделать. Здесь на этом задании было около 70, это просто нам говорит, что качество там не такое, что там 70 с чем-то, так что нам не стоит считать, что система будет намного лучше. Да? Вот здесь 90 с чем-то будет нормально, вот здесь, может быть, 70 с чем-то будет нормально, но как-то намного дальше. Вот. Ну, аннотации немножко посчитали самое. Вот результаты на задании А. И вот еще. Вот. То, что мы сделали, мы как-то использовали. Мы не сказали участникам, что мы будем использовать данные с прошлого года, с 2013 года. Мы просто им дали там тестовые данные, мы не сказали, что там будет саркастический фильм, что там будет Life Journal, что там мы повторим данные из прошлого года, мы все там рандомизировали, и дали один огромный тест-сет и говорили, давайте. Вот. А потом мы как-то все вычислили по отдельно, и вот что у нас получилось, да? Вот это результаты на старые данные, но когда это 2014 году. Мы как-то запретили, чтобы они использовались для учебных целей. Вот это именно Twitter, новый Twitter 2014, саркастический Twitter и так далее. Да? И опять как SRC Canada, как-то победитель. Другие это SNTQ, они как-то то, что использовали, интересно, это как-то. Это задание, да, это как-то полярность фразы в каком-то контексте. Они использовали полярность всего сообщения как фичер. С ними коллеги говорили про секретарь, они как-то у нас была там сложная система гибридная. Ну, там они использовали Kerner. Team Positive они использовали вот такая глубокая нейронная сеть. B. Здесь как-то больше участников 50. Вот, опять то же самое, как-то прогресс есть, и такое посчитаем, что не видно, но все равно как-то победитель здесь это Team X. То, что они сделали, как-то сделали систему, которую как-то очень внимательно оптимизировали, чтобы там принять во внимание баланс между положительных и отрицательных твитов.
А вот ху, они у них как-то sentiment specific working pairings, они как-то там специальные, по-моему, сети, они там обучали, которая как-то, ну, принимает sentiment внимание. Эркерго у них было равно со space learning, они как-то брали корпус, они там принимали, как-то инжектировали немножко шума, обучали эту систему, потом опять, у них там делали сам. Хорошо. Вот что-то другое, это какие-то там baseline. Это насчет A. А это на уровне фраз, да? Вот. Конечно, может быть там majority class baseline, да? Это как-то всегда говорит, что это положительный. А еще есть target majority baseline class. Target majority class, я уже вам объясню, что это. Target majority class, это было как-то смотреть, не говорить все, как-то не всегда говорить, это будет положительно, просто смотреть, как это было в учебнике, данные на этот термин, если он получит так сейчас, если там преимущественно положительно будет, преимущественно отрицательно будет отрицательно. Вот так. А если как-то, ну, если эти формации или то же самое, тогда будет положительно. А еще можем посмотреть, как именно эти лексиконы работают, да? Не так уж хорошо. Это как-то SVM, который использует юниграммы, или SVM код использует юниграммы и биграммы, да, видим, что как-то намного лучше. Вот. Majority class, да? Вот это. Все системы смогли сделать лучше. Это хорошо. Вот. Это target majority baseline. Не так уж просто, но большинство систем смогли сделать лучше. А вот этот baseline, который использует только юниграммы и биграммы, ну, это было как-то очень мало систем, как-то смогли сделать лучше. Вот. Хорошо, вот здесь как-то разные там влияния фичеров, ну, почти то же самое, как и прежде, насчет лексиконов. А вот это насчет таска B, те же самые baseline. Опять как-то почти все системы смогли сделать лучше. Две трети систем смогли здесь как-то быть лучше этого baseline. И опять вот это эти влияния лексиконов и грамм, это как это было прежде. Вот. Насчет двух лет, ну, 18 участвовали в прежнем году, и как-то немножко больше насчет Task A, те же самые системы, подобрели свои результаты насчет B на 2-3 поинта. Вот, когда там, что-то там, вот, TX, чтобы там баланс был у них там хороший на Twitter, у них как-то были проблемы тестироваться на SNS и на остальные, потому что они действительно как-то для всего было хорошо оптимизировано. А другие, как NRC Canada, которая как-то знаменала эта сила, были лексиконы, они как-то везде были хороши, и, ну, с отказом как-то трудно всем. Ну, как-то, ну, некоторые сейчас, как не было всех доступ именно твитам, потому что ну, мы не могли их давать директно, потому что твиттер этого не позволяет. Но, может быть, 15% меньше было в среднем. Ну, это как-то не было такой проблем. Вот, влияние лексиконов на Task A. Вот, если исключать лексиконов, то есть линия лексикона, то теряют 2 поинта на A и на B 6,5. А вот эти принципы, это как-то новые лексиконы, это старые, немножко меньше. Вот embeddings, Q, у них как-то подобрение 3-4 поинта, когда используют sentiment-specific word embeddings. А вот как-то, если просто использовать clustering, embeddings такие стандартные, они сильно специфические, ну, можно там как-то добиться в 0, до 1, 2. Вот. По отношению отрицания,
Вот то, что можно сделать, можно просто интерпретировать поля эти слова, которые попадают в отрицательный контекст, а можно еще как-то добавить not как префикс. Вот, например, так, don't like this movie, вот это будет not like, not this, not movie. И это то, да, как-то использовала оба эти, да, или как-то настроили подобрение. А вот можно еще использовать отдельные лексиконы для положительных слов и для слов положительных контекстов, для слов отрицательных контекстов. И это именно они лексиконы да, делали, и вот как-то у них немножко выше это получается. Это еще отрицательное. А насчет контекста, ну, как-то там фразы, если как-то учитывать контекст, это плюс 4, а если там как-то bounce, это плюс 6, или как-то использовать как-то еще другие фразы, while как использовать dependency pattern. Хорошо, почему syntax A, если как-то и syntax B, syntax A как-то проще? Это оказывается, потому что 80, почти 90% фраз, которые были в тест, они уже не встречались в учебном корпусе. Да? Еще как-то в учебном корпусе всех этих фраз какое-то доминирующее значение. Именно как-то 80% было то же самое. Вот как-то здесь какой-то эксперимент есть, мы сделали, когда как-то это если как-то это уже как-то встречалось, это как-то когда не встречалось, и вот влияние лексиконов, например. Если мы уже как-то видели это в учебном данном, да? Если используем лексиконы, 93, если используем лексиконы, почти то же самое как-то. Нам как-то это неинтересно, мы уже знаем, какой будет цель. А вот если как-то мы это много слова, мы его не видели, да? Вот если мы исключаем лексиконов, вместо 84 у нас будет 70. Хорошо, а вот было такое новое задание в 2015 году. 5 каких-то ассамблей, convolutional networks, logistic regression, это 5 global interacts. То, что у нас, скажем, будет в прошлом, то, что у нас будет в будущем, да, это именно полярность, ну, это будет у нас не просто положительное, отрицательное, негативное, это классификационная задача, будут звезды, да, 1, 2, 3, 4, 5, это с machine learning как-то точки зрения, это будет не классификация, а бинарная регрессия. А другое, это как-то мы будем сконцентрироваться на тренде. Это как-то, ну, не сентимент одно сообщение, а группе сообщений. Но если это как-то 5 позитивных дефинитов, это задача квантификации. А если это как-то звезды и еще как-то тренд, это задача ординальной квантификации. Вот это как-то новое, это интересно с машиной, главной точки зрения. Еще я сейчас закончу. Вот и были такие другие там таски насчет сантифента, были как-то имплицитная полярность, это наше задание, это было как-то еще. Те, кто было задание, которое сконцентрировалось на метафору, на иронию и так далее, это еще, конечно, аспект бейсетинг у нас. Я здесь этих прошу. Вот. Ну, я могу здесь остановиться, или я могу просто, может быть, на 2-3 минуты как-то вам рассказать немножко, что там более интересно. Спасибо. Сереж, я просто да, сейчас. Я просто думаю, что может быть как бы у нас будет. Никакой вопрос не может подвести к тому, что Вячеслав будет рассказывать. Хорошо. Ну давайте. Вот. Почему мы хочем там. Сентинг анализ, может быть, потому что ну что там хочет купить и так далее, и как именно голосовать, и так далее, и так далее. А вот как это используется с индустрией, например, вот что люди говорят, вот это именно этот аспект, вот эти фразы и так далее. Это хорошо, если мы можем это автоматически делать.
там есть такое, можно нужно это скачать, или как-то есть попробовать это университет Кембридж делать. Вот как-то они читают ваши вайпы, вот как-то то, что текст того, что вы как-то вайпите там и делать, ну, что-то такое, ну, как-то персоналити. А это что-то, которое как-то human resources очень любит. Да? Потому что когда они как-то какой-то тим делают, они хотят, чтобы там был лидер, они хотят, чтобы там был кто-то, который заботится о деталях, они хотят, чтобы все было как-то хорошо сбалансировано, так что им нужно как-то знать именно какая персональность человека. Это, конечно, можно сделать как-то для политиков. Вот здесь кто-то там сделал для немецких политиков, германских, да, вот это Америки, там позитивные, вот там немножко там вот другого, это как-то из другой партии, это как-то более социалистические, это христиан-демократы. И вот стиль, ну, это как-то социалистическое, вот как-то у них как-то более work и так далее, там другая там персональность, да. А еще, конечно, можно насчет этого как-то, ну, прогнозировать исход выборов. И вот как-то, ну, это как-то, здесь даже только миллиметр страх, миллиметр страх, это даже сантиметр здесь нет. И вот как-то есть как-то спрогнозировали. И вот у них ошибка почти 2%. Но если как-то это как-то социологические такие, вот видно, что они там вот тоже как-то опросы повышаются. А вот это другое, там вот что-то американские там выборы, да, вот они предсказали 432 кандидатов, там, ну там 432 выборов House of Representatives, они предсказали правильно. 93%. Да? Ну, я хочу сказать, что это не так уж верить, потому что если этому доверять, да, ну, вот другое такое, как-то, ну, которое говорило, что эта партия пиратов там будет как-то победителем выборов Германии. Так что не так уж просто. Ну, можно это как-то Consumer Confidence Index на базе сентимента как-то предсказывать. Очень хорошо проверить с Gallup International. Это как-то, ну, happy, kind, is warm, а это как-то, ну, это здесь там боссы, там банты, аут и так далее, тоже можно прогнозировать. Ну, проблем, да. Можно ли этому доверять? Ну, не так уж, потому что проблем — это, ну, fake reviews. Вот какой-то там автор признается, что он сам писал там рецензии под своих книг положительные и так далее, да? А еще может быть намного хуже. Подумайте, это Yelp, вы слышали о Yelp. Yelp. Ну это такое там, как там много просто, ну, это там ревью с рестораном и так далее, да. И то, что Yelp делает, он как-то контактирует, там связывается с бизнесом и говорит, давайте деньги, чтобы я был там ключи вас, да. Ну, если то, что они делали, как-то, может быть, немножко промотировали позитивное, это было бы, может быть, корректно. А то, что они делают, если получат деньги, они начинают использовать sentiment classification и удалять положительных результатов, и у вас получается негатив. И вот с ними судились, да, а суд говорил, они вправе этого делать. Вот. Еще есть политические промы, вот скажем, Гагарин считает, что как-то Россия пользуется с этим на Украине, так или не так, я не знаю. А вот это болгарская питерская, я вчера это показывал, да. Вот это очень интересно, там дизайн, архитектура, скажем, болгарская политика, да, news, text, startup, все на одном, да. А вот то, что интересно, вот столько много насчет российской культуры, да. Может быть, действительно, она очень популярна в Болгарии, может быть, какие-то там тролы. А вот здесь как-то болгарские, российские такие политические там проблемы и так далее. Интересно, как узнать сентимент, но интересно знать, это действительно посты или что-то там автоматизировано. Да? А вот насчет автоматизации, опять я вчера немножко сказал, что вот есть такой алгоритм, который пишет целые книги автоматично. Есть такой Филипп Паркер, который 1 миллион книг на неделю и 100 тысяч книг продает в Амазоне. Да? Нет, это серьезно. Опять, ну, мы уже читаем вот огромные такие газеты и так далее, пользуются услугами компании. Мы уже читаем роботные, компьютерные журналистики. Они говорят, что может 90% этого будет.
Ну что тогда будет, да? Это будет то, которое нам будут автоматически вернуть комментарии, бьют. А потом мы будем использовать десятую систему на сентименталь, с которой будут анализировать сентименты компьютеров. И, конечно, это компьютер или компьютерщик, да? Потому что это будет не компьютер, там анализирует, как именно компьютеры себя чувствуют, да? У них как-то новое Apple Watch нравится или нет? Спасибо. Что будет у вас с интернет-интернет-интернет-интернет, да? Вот это именно проблема. Но все равно мы хотим там быть, потому что вот это именно, что бизнес как-то хочет, вот это именно так маркетинг стадис, вот это именно, что на всех сайтах, вот это именно 5. Просто 3 – это не так уж хорошо. Как-то бизнес, как-то маркетинг и так далее, политика сайенсис, они все хотят 5. Вот поэтому мы переходим в сторону. Оценку качества перевода 5, scale 1 на 5. Это очень-очень social studies, это везде как 1 на 5. Это очень-очень сложно. Обращаюсь к управлению А и Б. Меня нормально слышишь? Как? Нормально слышишь? Да. Хорошо. Значит, возвращаясь к управлению А и Б. Насколько стабильно множество неверных ответов? То есть, если мы возьмем, например, рукодельный алгоритм и лучший алгоритм, У меня вначале был пример, давайте я вам покажу. Там было как-то немножко видно, я сейчас покажу опять. Вот смотрите здесь, да? Вот здесь и здесь это то же самое сообщение. The new start doesn't get much of a story, but it's visual spectacle. Да? Вот смотрите, вот здесь как-то два doesn't get much of a story, это одна фраза. И одна негативная. А еще есть спектакль, вторая фраза в том же самом контексте, и она положительная. Да? Вот эта задача с точки зрения задачи А, здесь два лестницы, да? Два примера. Один положительный, один отрицательный. А с точки зрения, скажем, всего сообщения, может быть, это вообще положительное. Но дело в том, что как он может быть здесь положительная, отрицательная фраза в то же самое сообщение. А потом как-то, я не очень говорю, там было как-то отношение к какому-то топливу, да? Это там может... Разные алгоритмы как бы соотносятся к неэффективности. Допустим, возьмем только упражнение B, которое по максимуму эффективно 70%. Это значит, что неэффективность для каждого алгоритма в среднем, ну, примерно 30%. Вот эти 30%, они не те же 30%, или это... Это очень хороший вопрос. Давайте я сейчас отвечу, потому что у меня есть, да, именно. Вот смотрите здесь, да, это как-то результаты, ну, конечно, табличку не видно, но все равно как-то победитель в этом году, в 2015, но это будет как-то на следующем день будет презентироваться там в Денвере, да, результаты, но все равно, они известны. Вот.
победитель там использует ансамбл из четырех примеров, которые были как бы среди наилучших предыдущих годов. Так что ну, то, что вы говорите, может быть, у них как-то ошибки как-то не коррелированы, и тогда как-то имеет смысл использовать какой-то ансамбль. Да? А вот именно это их победитель. Через час мы будем делать доклад, значит, и вот послушав выступление коллеги, я понял, что это очень полезный доклад, потому что, во-первых, он показывает, насколько отсталые сейчас технологии в Европе. Мы просто думали идти на Европу после России или нет. Теперь мы понимаем, что да. И во-вторых, мне очень-очень не понравилась тенденция по поводу. То, что аудитория пытается немножко запугать машинами технологиями, которые, естественно, вынуждены сейчас применять и ЕЛК, и СМИ, и бизнес, и так далее. И попытка спрятаться, скажем так, за то, что раз мы это не можем делать, то это будет плохо. И от того, чтобы придумывать новые решения для того, чтобы этот минус превратить в плюс. Поэтому я очень рад, что я посетил заседание вот, выступления как бы коллеги, поскольку это показывает определенное направление, куда, в общем-то, нам всем с вами надо двигаться. Спасибо большое. Ну, будет интересно услышать, конечно. Ну, я попытался действительно быть провокативным, да? Ну, бороться с этим будет, как боремся с вам, скажем, обычно кимейлов, как, скажем, Google борется с спамом в вебе и так далее. Это просто форма спама, да? Это просто нам нужны классификаторы, чтобы мы знали, это мурзилки или это там компьютеры и так далее, и так далее. Это как-то, ну... Коллеги, это, понимаете, вы не решаете проблему членов, вы не решаете проблему создания нового слова на фунте или там еще каких-то вещей. У вас есть взгляд, на 10 минут раньше, для того, чтобы успеть все доклады, которые у нас есть в программе, включить ее. То есть мы, сейчас у нас имеется кофе-брейк, после чего